У нас заканчивается четвертый день кинопоказов у нас в зале второго фестиваля, открытого фестиваля российского кино. Мы рады видеть полный зал, несмотря уже на такое позднее время. Сегодня мы смотрим картину конкурсной программы, которая называется «Невод». И для ее представления я приглашаю Марию Боровичу, актрису этого фильма. Давайте поприветствуем. Спасибо, что пришли, уделили время. Снимали мы это кино в Мурманской области, на Кольском полуострове, в очень красивых местах, энергетически сильных, снимали с большой любовью. Так что мы надеемся, что вам понравится, и приятного просмотра. Спасибо.